Ещё монтажёр. Да, я такая сама собой, хотя я сам монтажёр. Привет, меня зовут Лариска, ты уже знаешь, и как бы да, это новый влог. Бич. И поэтому ты должен поставить лайк. Это обязательно, я считаю. Ну, а также подпишись на все соцсети. Ну и мы продолжаем. Пока. А, да, чуть не забыла. Но потом под давлением природных условий, под давлением роста численности. Какие итоги великого переселения народа? Мы узнали государство древности, а сейчас мы посмотрим, как этот процесс шел в средние века. Напишите, пожалуйста, в тетрадь. Улучшаются. Да, Аня! Камеру забрали. Это мой телефон. Это мой. Могу навязать аккаунт в ТикТоке, аккаунта в Инстаграме и аккаунта в ВК. Привет, давай, я хочу посмотреть. Я Артём Катрей-38. Это мой друг Дима 666. Урок русского, а русского нет. Кубенко Михаил Петрович. Зубенко Михаил Петрович, как оцените эту ситуацию? Что там бутылками, блин? Вода, дюма, зимба. Скажи, перхоти. Попей водички. Братан. И реклама, покупайте вода, дюма. Зубенко Михаил Петрович, как оцените? Артём Катрей-38, Дима 666. Сегодня мы будем грейфери подставить. Вода, дюма, зимба. Ну и сейчас я пришла домой, и мне лень было что-либо делать. Поэтому, простите, я не заняла никакой кусок из дома. Поэтому сейчас вы сразу же увидите кусок с катка. Пау! Они вдвоем на первый раз на коньках. Я Человек первый раз на коньках, и где-то вот там вот без самой. Ребенок, какой ты раз на коньках? Второй раз. Ну вот. А вообще уже четвертый раз. Ну вот, да. Давай едь быстрее, я просто. А как там носить? А вот это я сама не знаю. Ты видела, как я вначале просто встала и поехала по поручню идти? Ну о чем вы видите, как ребенок катается? Я тут один вопрос ставлю. Не надо, Даша. Стой. Я не знаю. Честно. Ну, давай, тихо. Ну, вот так вот. А мы? Мультик, но я по-другому не могу. Я второй. Одна ручка. Ты молодец. Что? Вот это да. Thank you.
пришел вчера. Да, домой. Я хочу кушать. Я хочу кушать. Кушать хочу. Кушать, 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 кушать. Кушать. Я хочу кушать. Кушать. Нам нормально, если я так буду снимать с такого ракурса? По-моему, отличный ракурс. Почему бы и нет? Я вот как делать вот эти фоточки на стене. А, вы же тут. В общем, вот такая вот пятница у меня получилась. Надеюсь, тебе понравилось. Поэтому будь добр, подпишись и поставь лайк. Ну а сейчас я смотрю «Дом с сестрой Блэк». Это фантастический фильм по мотивам Гарри Поттера, поэтому... Пока, я смотрю дальше.